Добрый день! Сегодня я вам хочу показать, как вязать сумочку для деток «Совушка». Может быть, не только для деток, но и для мам от мастерицы «Виндулы». Все инструкции, схемы вязания выложены в интернете уже не один раз. Значит, вот самая первая основная деталь – это сама как бы сумочка. Дно у нее получается такое объемное, как вы видите, то есть вот закругленное. И тут же мы начинаем вязать столбиком с накидом. И плавно-плавно эта сумочка просто закругляется и переходит дальше наверх. Вся сумка выполнена здесь столбиком с накидом. Донышко. Два ряда выполнены столбиком без накида. По краям у нас идет здесь увеличение петель. Вот. И, соответственно, последний ряд у нас столбик без накида. Далее мы будем вязать животик, крылышко, глазки. Все это вместе соединять, украшать. А также шнурочек. До встречи! Счастливо!